Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня сделаю обзор на инструмент, комплект фиксации ГРМ двигателя 2.2 дизель. Он и на Фордах стоит, и на Лендроверах стоит. В частности, использовался на Land Rover Evoque, на Freelander такой же двигатель. Чтобы не покупать комплект, можно его изготовить самому. Номер комплекта ST4611. Здесь указаны модели двигателей, на которых можно использовать. И здесь Peugeot, Citroën, Land Rover, Volvo, Фордов очень много. В комплект входит фиксатор распределительного вала, шестерни распределительного вала. Так. Длина его 70 миллиметров. Диаметр его именно стороной фиксации. Он даже получается 8 миллиметров. Немножко плавает размер. Видать, штампованный. Длина фиксирующего места 40 миллиметров. Ну, а здесь уже произвольно. Можно тоньше, можно в такой же диаметр. Ну, здесь десятка. Для удобства извлечения. Также фиксатор маховика. Диаметр 8 миллиметров. Фиксирующая сторона, которая заходит именно через блок в маховик, если взять до места изгиба, 70 миллиметров. Вот. А эта сторона, она уже может быть произвольна. Она сделана только для удобства, чтобы там вставлять, вытаскивать. Но здесь она составляет 15 сантиметров, 150 миллиметров. Также фиксатор коленвала. Здесь из двух металлов сделан. Вот этот крепкий металл, каленый. Надо будет даже сделать, когда резьбу нарезать, закалить его. Болт восьмерка обычный. Шаг здесь 1,25. Вот такой вот. Длина его 22 миллиметра, ну 23 миллиметра. Общая длина 27 миллиметров. Ширина 10 миллиметров. И эта ширина 11 миллиметров. Здесь он ходит в пазу. Надо будет выбирать паз. Опять же, смотря из чего изготавливать, как можно сделать фрезой, а можно сделать болгаркой. Без токарного. Он ходит, и это ему не дает свернуться, когда коленвал зафиксирован. Глубина паза, опять же, можно сделать ее произвольную. Ширину она под фиксирующий палец, получается 10 миллиметров, а глубина его 2,25, ну 2,3, 2,5 миллиметра глубина. Ширина в этом месте, в широком, 40 миллиметров. Здесь идет на конус, потому что там устанавливать изгиб, поэтому придется срезать. По краям, вот так вот возьмем, 25 миллиметров.
с одной и с другой стороны. Общая длина его 133 миллиметра. Ширина, металл довольно-таки толстый, 8 миллиметров толщина металла. Ну и здесь овальные прорезы для подгонки, сделаны десятка, 10-миллиметровые, и овалы 20-миллиметровые. От центра, ну не от центра, а от этого торца, если взять по центру, это 15 миллиметров с одной стороны и 15 миллиметров с другой стороны. Все, в принципе, сложного ничего нет. Это можно сделать, изготовить даже в домашних условиях с помощью болгарки. А вот этот кусок его уже закалить и в масле остудить. Вот такой несложный комплект. А так, если его покупать, цена у него колеблется от 5000 и выше. А сделать можно самому. На этом обзор фиксаторов я закончил. Сложного ничего нет. Кто если собирается что-то сам делать, можно взять его и изготовить. А так, нужен он не так часто. На этом все. Всего вам доброго.